Всем привет! Сегодня мы с утра приехали к стоматологу. Кирюшке нужно вылечить целых 9 зубов. Вчера мы были на обычном осмотре перед тем, как нам назначили лечение. Сделали рентген, сказали, сильный кариес, у него есть дырки на нижних и на верхних зубах. Так что сказали, что сегодня вылечит все зубы. И лучше это сделать за раз, потому что второй раз, если разделить лечение, он может и не пойти. На ДЗ? Да. Молодец. Заходим. Надо. На четвертый этаж. Сюда? Да. Сюда? Да, правильно. Сын, посмотри сюда. Кирюшка вчера упал. Разодрал себе лицо. Смотри на маму. Бедный малыш. Нам нужно направо, сына. А, мы приехали слишком рано. Да, мы приехали слишком рано. Нужно будет подождать. Да. Нам надо сюда. Не, нам сюда нужно, сюда. Мы рано приехали, да. Рано приехали, нужно подождать. Молодец, сынок, выпил все лекарства. Невкусное было, да? Уходите, пока нельзя, сыночек. Вау! Что тебе попалось? Там достань. Ага, ручку поглубже. Нет. Нету? Да. Давай маму достану. Давай маму достану. Слушай. О, ты не до конца съел? О, вот. Вау. В этот раз оранжевая? А вчера какая попалась? Анция. Сказали, через 10 минут. У него уже будет сонное состояние. Тебе будут лечить зубки. Нужно полежать. Теперь уже ходить нельзя. Хочешь спать? Да. Хочешь? Поспи немножко. Мама, и когда выпить, чтобы спать? Да. Мама, и когда спать? Спательное. Это снотворное было. Спокойнее? Да. Вкусно. Здесь очень холодно, поэтому он в куртке еще с одеялком. Есть немного времени, чтобы позавтракать. Мы приехали рано, я ничего не успела поесть. Если я сейчас не поем, то токсикоз у меня будет просто жутчайший. А поэтому я выбрала тут. Продаются сэндвичи, нужно поесть. Мне в подарок дали
тростниковый чай. Сказали, что беременным хорошо пить именно его. И сказали, будет ребенка лицо, будет светлым, если пить этот чай. Ждать еще долго, я накупила разные шоколадки. Это было целое испытание для моей нервной психики. Как только я вернулась обратно в стоматологию, через какое-то время Кирюшка проснулся и жутко орал на протяжении целого часа. Я ничего не могла сделать, я просто слышала его крики. Просто сердце разрывалось, но я знала, что нужно вылечить зубы, иначе кариес станет только хуже. В итоге вылечили ему целых 10 зубов, сказали, лучше это делать за раз, так как в следующий раз он бы мог и не дастся. Будем теперь каждые 3 месяца ходить, проверять зубы. На улице идет снег, жалко, что Кирилл это все пропустит, но ему нужно выспаться. Лечение, кстати, нам обошлось 2,5 миллиона вон. Я прикреплю, сколько это будет в других валютах. Сынок, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Покажи свои зубки. Вау! Ему поставили металлические коронки. Сверху тоже. В общем, 10 зубов. А я ему приготовила супчик из водорослей с рисом. Ма, подуй. Уже должно быть остыл, сынок. Ма. Да, сынок. Хочешь, чтобы я тебя кормила? Не могу. Ладно. Ничего страшного, сын. Левую руку неудобно. Давай. Почему не хочешь? Давай. Горячо? Горячее? Да. Ну, давай я стужу. Давай, Да я вижу. Вкусный супчик? Да не горячий, сынок. Кнелька уже вовсю открывает. Заходит. У него целая система, да? Все, зашел. Покраснелось. Мы только что из садика пришли с ним. Да, нужно будет тебя переодевать. Ну что? Расскажи, как тебе сегодняшний поход к стоматологу? Пойдем еще? Не пойдем. Значит, ты будешь хорошенько зубки чистить с утра и вечером, да? И не будешь есть сладости, да? Чтобы зубки не болели. Да, сыночек? Ну, Кирюш. Отлично, договорились. Все. Через 3 месяца просто пойдем на повторный осмотр. Будут смотреть только зубки и все. Ничего делать не будут. А? Андреас? Я тебя не слышу. Андреас? Каждые 3 месяца. Месяца туда будут. Да, будут смотреть просто. Если все будет нормально, посмотрят, скажут, все хорошо. А если будешь опять сладости кушать, снова придется лечить зубки. Ну, если я буду всякие кушать, нехорошо. Да, нехорошо. Кушай. Ладно, только сегодня. Обычно он с ложки не ест. Но сегодня он
немножко капризный после похода к стоматологу. Конечно, столько настрадался бедный ребенок. Да я пока доношу до твоего рта, все капает. Все. Скажи всем пока. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Всем пока.